Вот, заходим в тоннель. Опять кольцевая структура тоннеля видна. Вот они тут кольцами. Про это я уже говорил, почему кольцами тоннель. Ох, здесь какие сталагмиты, сталактиты, ё-моё. Вон оно. Прям с потолка пещеры уже начинает свисать. Какой пещеры? Блин. Так, здесь была какая-то подвеска кабеля, судя по всему. В ранешние времена, скорее всего, в 50-е годы. Так. Да, вон, прям, ну, вот, такой здесь тоннель. Надеюсь, камера это запишет. Решил достать немножко освещения и поснимать с освещением этот тоннель. Да, вот такие здесь виды. Так он выглядит, этот тоннель. Да. Думаю, так будет более интересно. Рассмотреть все. Да. Угу. Да. Вот он. Вот она, щель в тоннеле. О, даже видно, оттуда свет идет. Старые закладные какие-то. И свод тоннеля. Да, когда-то здесь проходили паровозы. Причем самое интересное, да, в секции можно увидеть свет с той стороны. Вот они такие вот. Были они заделаны изначально. Тут уже выкрашилась заделка. Да, вот такие здесь виды. Да. Причем каждый камушек подогнан друг к другу. Вот что самое поразительное. Не просто так накиданы, а еще и подогнаны друг к другу с такой точностью. Да, действительно. И вот он по всему периметру потолка, вернее, по всей длине тоннеля. Вот он, идет замыкающий, скорее всего. Но я так думаю, опять же, это мои личные догадки. Опять буду говорить, что я ничего не знаю в строительстве тоннелей. Да, я не тоннельщик, я не знаю, что это такое. Но я так предполагаю, что это замыкающий какой-то камень, как в арках. Вот он, наверху, через весь тоннель идет. Ну, а мы выходим тем временем из тоннеля. На свет. Здесь действительно холодно, зябко, но тем не менее. Вот он, мост в Ангасолке, который нас очень-очень интересует. Здесь опять. Вот интересно, может, кто из моих зрителей, подписчиков знает, для чего забивался вот этот вот штырь. Может, типа какого закладного изначально. Так, а это у нас экскурсионный поезд здесь ходит. Все-таки получается, да. Вот экскурсия сейчас идет на мосту через Ангасолку. Но мы туда подойдем чуть попозже. Отснимем. Не будем им мешать. Пока пойдем
перекусим. Вот тут горы мусора. И вот он, портал. А с этой стороны тоннель выглядит вот так вот. Так, ну что, пройдем, посмотрим кладку тоннеля. Так, вот так он выглядит. Вот они, эти ребра, вернее, секции. Раз, два. То есть в случае повреждения одной секции тоннеля можно было... Вот видно, что они убирали оставшиеся глыбы, которые оставались здесь на обрыве. И вот, по сути дела, стена тоннеля была подпорной стенкой берега. Вот такой он здесь тоннель.